друзья, всем привет! Всем привет! Мы снова с вами. Снова в странстве. Снова с вами. Мы едем смотреть домики очередные. В общем, мы все колесим, смотрим. Уже даже хотели поехать посмотреть в соседние какие-то такие локации, но пока мы в нашей локации. А, нет, это тоже наша, да? Нет, это не наша локация. На самом деле у нас уже даже родилась идея, мы обязательно доедем. Напишите, если вам будет интересно, мы доедем до района Кейп Коралл как-нибудь, ну, может, на неделю, на следующий. Мы сегодня собирались. Да. Мы сегодня собирались, но нашли поближе варианты готовых, а так мы уже даже грешным делом подумываем, что посмотреть участок, подстройку. В принципе, мы идем тем же путем, который идут многие. Вот многие наши знакомые, кто уже из Соединенных Штатов, из других штатов приезжал, они начинали вот самые вот, получается, южные части восточного побережья, западного побережья, да, и, соответственно, двигаются дальше на север и где-то там находят что-то, вот как у ребят нашли Виннис, да, и мы сейчас примерно тем же путем идем. А мы хотим поехать, да, мы как-то показывали, как ребята купили дом на стадии строительства, но сейчас у них уже дом. Они на стадии участка купили. На стадии участка, да, ты что я говорю, туда, на стадии участка. На днях мы доедем, нам... То есть мы сейчас, в принципе... И, да, мы разговаривали вчера, извини, сорян, перебью, просто договорю вот эту мысль. Мы, наверное, завтра поедем, посмотрим их дом, и у них дом уже построился, но еще не до конца, там отделка идет. В общем, мы поедем, посмотрим. Мы заодно, я оставлю ссылочку на то видео, на какой стадии этот дом был, первое видео, и следующее, в общем, завтра запишем. А сегодня мы едем куда? А сейчас мы едем в Форт Майерс, мы едем в район аэропорта, туда, то есть вот то, что мы показывали недавно, ну, относительно недавно, так, буквально на прошлой неделе, по-моему, в ролике, мы были, как бы, до аэропорта в стороне университета, Gulf Coast University, а сейчас мы переезжаем аэропорт, ну, то есть пока локация Форт Майерс, вот, все равно пока вот только мы следующие, мы... Сейчас посмотрели. От дома это у нас минут 25 занимает. 25, всего, да. То есть да. Это район международного аэропорта Форт Майерс. Форт Майерс Интернешнл аэропорт, он так и называется. Да. Погнали? Погнали. Смотреть, мы что смотрим там. Что? Комьюнити? Да? Мы смотрим комьюнити, но, честно говоря, вы знаете, ребята, мы смотрим сейчас в основном только New Construction. Почему? Потому что... Новострой. Да, для того, чтобы смотреть... готовые дома, нужно с риэлтором ездить, договариваться заранее о встрече, чтобы был с той стороны риэлтор, наш риэлтор, например, чтобы мы сейчас зря вот не утили, потому что пока мы все-таки, мы напоминаем, что наш поиск не носит стихийный характер, а мы так, мы узнаем о ценах, смотрим, какие варианты, вот мы много узнали, поделились с вами, например, по поводу того, что, оказывается, есть комьюнити 55+, кто не смотрел, посмотрите. Об условиях жизни там, я имею в виду по возрасту 55+, да, и как бы, то есть очень много для себя узнаем про HOA, вот эти вот взносы Homeowner Association, это мы для тех рассказываем, кто вдруг не знает, кто нас очень много смотрит с разных стран, да, и поэтому, в общем, все эти моменты мы так, шаг за шагом, мы потихонечку изучаем, смотрим, понимаем, сравниваем, что очень дорого, что достаточно дешево, чем отличается, какие нюансы. Это полезно, потому что на момент, когда уже мы точно будем вот определены, это, нам уже будет с чем сравнить. Поэтому чем больше мы этих данных сейчас для себя наберем, неспешно, пока мы не торопимся, то, соответственно, я думаю, что нам будет потом проще определиться с более уже вот таким конкретным выбором, когда уже будем смотреть дома прямо под покупку. Вот так. А сейчас комьюнити обыкновенная, не 55, не какой-то, да? Обыкновенная и очень демократичные цены. Комьюнити какой-то очень большой, вообще район достаточно новый. Это получается, вот кто знает... Лен, ты можешь поднять? Так, я понял. Но ты... Отдергиваешь от шорт. Ну, ты тебя так задумал, ты уже отдернул полшорт. Да. В общем, поехали смотреть. Поехали, да, обычная комьюнити, не 55+. Ребят, ну вот специально для тех, кто будет в США вдруг искать и смотреть по поводу вот домов, то, что мы сейчас будем показывать, я надеюсь, что там все-таки будет open house, который можно будет посмотреть. Вот обратите внимание, по 75-й трассе это съезд 131 и район, ну, слева это Кейп Коралл, а справа это Daniels Parkway, то есть это вот эта вот локация вот такая. И сейчас дальше мы уже название комплекса самого покажем. Нам ехать вот отсюда 7 минут, он показывает, в принципе. То есть от нашего дома до сюда это примерно 28 минут у нас в общей сложности заняло. Ну вот как-то вот так вот. Поэтому едем. 3,6 мили, это очень... Это от съезда основной 75-й трассы, это всего 3,5 мили. Это очень немного, я вам скажу. Поэтому сама по себе локация неплохая. Смотрите, какая-то V. Что
еще Plantation, да. Plantation Gardens. Вот за этими это очень зарослями. Большое комьюнити. Это вот, комьюнити. Вот туда все это комьюнити. Это комьюнити. Вот, его видно вот здесь. А вот видно, вот, да. Да. Ой, у меня сейчас так будет дуть. Очень-очень большое само по себе оно. А это, я так понимаю, слева это Amazon. Нет, это Amazon, у них, они видимо... Они вот все туда. Да, они все туда, видимо, либо офис, либо склады какие-то. Склады, может быть, потому что офис... Ну, Amazon такой, маленькие машинки. Да, это Amazon Premium. Это маленький. А, ну, да, может быть, Amazon Premium здесь в офисах. Штаб-квартира, например. Вот, районы, смотрите, улицы, вот видите, да. Вот там комьюнити, вот мы его проезжаем, вот оно все. Слева. Да, это все облагороженные вещи. Да, такие видите, уже. Даже с этой стороны дороги все как облагорожено. Ну да, но там ухоженно, вот видно домика, вот точно как вот у ребят в Венес тоже, кстати, сделано. Вот ну так. Вот куда мы так, собираемся. Так, и вот мы с вами, в принципе, приехали здесь. И что ей будет дорогое очень? Потому что, ребята, если чем больше у вас инфраструктура, то тем больше у вас ежемесячная оплата. А ну, это логично, да? Ничего ну, за нового. Все это обслуживание, конечно. Ничего нового я здесь не сказал. Но, тем не менее, вы знаете, найти так, чтобы вам ну, не навешано было куча услуг, это тоже не так уж просто, когда они вам не нужны. Потому что нам они, например, гольф-поля точно не нужны в ближайшие смотрите, лет. Смотрите, слева проезжаем, какой большой 30, комьюнити. А мы вот куда-то сюда едем, да. Кингсбридж, вот я так понимаю, где-то мы уже вот здесь вот. А вот это начало. Въездная группа. Нет, это другое. Это Бридж, вот, который мы проезжаем. Это Бриджтаун. Нет, это другая. Туда не попадем, ребят. Видите, швагбаумы везде. Не попадем. Я просто на карте вот показываю, что да, мы его проезжаем. Да, туда мы нигде не попадем. Вот они, да. Вот. Вот красивая зона, на самом деле. Вот. А от 300 тысяч написано, но мы пока вам не скажем, потому что не знаем, что это за 300 тысяч. Это может быть только two bedrooms или что-то. Ну, можно смело на два умножать. Traffic, да, New Homes сюда, и мы с вами заезжаем. Так, вот оно как называется, к сожалению, не было названия. Видите, дальше дорога еще даже не проложена. А, дальше дети попал. А, что-то вот, а тут sales center вот сюда, и подвижь, туда мы уже не заедем, то есть... Вот так, такая. А мы вот едем к нему. Да, и мы в сейлс-центр едем. Ага. Вообще, на самом деле, ребят, я вам скажу так, что комьюнити по территории очень большое. Вот это? Да. Так, вот он, я так понимаю, сейлс-центр. Да, вот это все, как это называется, Лен? Лизинг-центр? Не лизинг-центр, а... А, этот... Короче, где вся... Где туса вся. Да, где вся туса. Клабхаус. Клабхаус, да, вот так вот. Давайте мы... вам назовем. И вот, я так понимаю, машинка на ней этот. Ну, давайте, вот Future Residence Parking. Future Residence Parking. Ну, вы знаете, мы вот do you speak English плоскогубцы, это мы вообще прямо дую-дую, но очень плохо. Жопа мир. Да? Ну, мы сейчас вот, блядь, дальше все, джангл, блядь. И снимаешь. Ну. Сейчас я вам покажу. Вы считаете, что это жопа мира, поэтому недорого? Не, ну, давайте так, относительно. От да. Вот смотрите, подожди. Я просто покажу. Вот мы сейчас находимся с вами вот здесь. Вот видите, вот здесь. Вот здесь вот будут, понятно, дома для просмотра и прочее. А теперь смотрите, какое количество здесь комьюнити. Вот это все видно, не знаю. А там, почему да? Жопа мира-то? Школа потому, есть, ну, все ну есть. Потому что сейчас тебе покажу, где мы находимся. Мы находимся сейчас, вот если смотреть, вот аэропорт, а вот дальше тупиковая практически... Пляж вот дальше. Далеко, наверное. Ну, пляж, ну, не так уж и далеко, вот, посмотри. Скорее всего, это самое главное. Форт Майерс. Почему Myers. Дешевле? Потому что далеко пляж. Ну, до пляжа отсюда, до Форт Майерс, ну, 30 минут ты будешь говорить, максимум. От нас 30 минут, Лен. До нашего пляжа. От нас какие 30-то? Мы сколько едем? 80 минут. Нет, я говорю, отсюда до нас 30 минут, правильно? А, до нас, да. Так, все, погнали, ребята. Я думаю, ребята. Что в этом делаешь, что пляж далековато. Ну, полчаса. Нет, я думаю, что домики простые. Может быть. Блин, я опять без очков. Что бывает такое, ого. Вот я знаю доподлинно, ребят, что бывает такое, что иногда можно нарваться на дешевые дома, но очень дорогое, что ей будет. Да. Такое бывает, ребят. Да, бывает. Поэтому... В общем, кстати, сейчас посмотрим, сейчас имейте покажу в виду, вам такая все. Фишка есть, что... На машине заехать нельзя, а пешком, пожалуйста, иди куда хочешь. Но пешком, чтобы туда-сюда дойти, то надо умудриться еще. Ой, вон, смотри, какая сейчас большая. Скажу. Чего ей будет высокий? Так, ну что, друзья, вот смотрите, клабхаус местный. Пойдем, получается, это бассейн. Ну, я сфокусировала, то когда я иду, у меня трясется камера, когда приближаешь. Вон, видите, какой там бассейн, шезлонги. Огромный бассейн, смотрите, с водопадом. Угу.
Мне кажется, это резорты, поэтому здесь так дешево дома, скорее всего, здесь будет. Будет, бахнут, может наверное, быть, 600, может быть. Ну, бассейн крутяк. Мы сейчас все узнаем, естественно, сейчас зайдем. Угу. Бассейн большой, о, крутой. Смотрите, одна плитка выпала, все огородили. Странно, полицейская машина не стоит. И пожалуйста. Ну, я шучу, да, но обычно так бывает, вот видите. Ну, тут что-то выпало, что-то зареставрировали и все. Большой, вот видите, уже люди некоторые полотенца разложили, заняли, ну, чтобы потом выйти, чтобы никто не занял. Как, да, знаете, как в Турции принято. Да, все правильно. Вот это, наши, вот. Наверное, живут. Так, а что ты туда пошел людей смущать? Я посмотрю, что... Один и второй. Он а, как бы да, в один да, сделан. Да. Здесь дорожки для заплыва ага, есть, видишь? Два бассейна, а там да, такое, видишь? Как бы чилить. Так, и вон там почилит, да, типа бары, так, что-то такое Лен, там. Сейл-центр вон там. Пойдем посмотрим. А подожди, а вон там флажки, по-моему, стоит, это open house, если мне... Да, вот судя по флажкам, это, наверное, мне кажется, это open house. И судя по тому, что вот здесь все если машины стоят... Если мы зайдем, стоят... и там кто-то живет в этот момент завтракает, то мы просто скажем, здрасте, извините, и выходим, и все. Молча, ну почему? Мы сначала посмотрим, потом выйдем. А, ну можно сказать, можно мы зайдем, посмотрим, вот этот человек такой, как Йеллоу. Так это мы ее обходим, эту зону, с другой стороны. Да, но здесь смотри. Велосипедики. Так, народ идет. А вон теннисные корты. Девушка поиграла с мальчиком. Идем. Слушай, ну он так себе новый, в плане того, что здесь уже давно живут. Недавно. Да? Ага. Потому что мы проехать уже не можем. Обычно, когда недавно, ну, он не то совсем мы еще прям, можем да, проехать. Недавно, но... Ну, New Construction стоит. А что, ты хочешь стоит. Сказать, здесь еще не все продали, что ли? Не знаю, стоит New Construction, поэтому... Новостройка. New Construction, извините, это New Construction. Смотрите, идем обратно. Водопадик включили. Красиво. Да, тут и что, и, наверное, будет ничегошный. Давай все узнаем. Очень жарко, жарко, жарко. Так, мы заходим. Зашли, никого. Карта Флорида. Вот видишь, вот оно. Называется Arborwood. Название? Да. Угу. Презерв при этом. Вот что такое презерв? Ну, а смотри. Что такое презерв? Это надо смотреть. Я вот знаю, что такое резерв, что такое презерв. Не знаю. Вот они мы. Вот он, видите, да. Naples. Это вообще кусок Флориды. Mm-hmm. Так, мы тут потыкаем пока. Это Free Bedrooms. Она, надо нажимать на нее. Угу. Вот Four Bedrooms. Вот 3V, например. Два гаража. Три full bathrooms. Три полные ванны. И он в один этаж. Он сказал, что есть то, что нам сейчас могут показать один только маленький и один еще, короче говоря, большой, но он уже, я так понимаю, продан, то есть на него можно посмотреть. Ну да, маленький посмотрим. Ну хотя бы маленький посмотрим, да. Конечно. Вот, короче говоря, пока вот мы говорим три вин надо смотреть. Здесь у нас three bedrooms. А вот еще есть вот такой, вот видишь? Four bedrooms, но он, по-моему, такой двухэтажный, да? Это с лесенкой. Ну да, ну надо еще смотреть. Ага, окей. Это же он только видит. Дети есть. Так, друзья, мы пошли смотреть домик. Мы внутри. Потом все покажем, расскажем. В принципе, мы уже красота. Поговорили с менеджментом, узнали про HOA, узнали про налоги, узнали про тотальные... Сейчас посмотрим, потом расскажем. Да, сейчас мы покажем вам саму, сам клабхаус, что у вас входит вот в ваше так называемое HOA, да, ежемесячное. То, что нужно платить ежемесячно, помимо да, вот всех здесь, ваших вот, счетов. Вот смотрите, обратите внимание, вот здесь вот мы сейчас тут закрыты, кстати, тоже люди смотрят. А вот люди тоже смотрят, мы тоже можем зайти. Вот сюда, вот так вот покажи, ну, то можно, да, вон оттуда вход. А, можно зайти. Пойдем. Пойдем. Ух ты. Это в карты играть, как вы поняли? Это казино. Казино, да, смотри, казино, казино, казино. Слушай, ну прикольно. А да. Можно выйти даже, видишь, столик такой сюда. Да. Короче, такой смотри, приглушенный даже стол для блэкджека есть, офигеть. Блэкджек стол, видишь? Я вот, же говорю, блэкджек. Казино, Вовик. Ну все, надо селиться. Карты такие. А, пойдем туда глянем. Так, быстренько, вот так мы подсадим. Это видео неудобно, пойдем. Да, неудобно, да. А вот здесь вот смотри, еще есть. Крафт-рум, смотрите, это кто всякими подъемками Art-room. Занимается, посидеть. Видите, вау. Здесь есть занятия, но вы можете сами прийти и здесь, в общем, вам столы, стулья, да. Ящички, короче, все порисуют, дети или кто там что можно делает. То есть у вас помочь. Дети решили, чтобы дома они вам не напакостили, или могут пакостить здесь? Очень удобненько. Удобненько, не важно.
Так, давай, туда покажи. Вот так вот. Ну, короче, там тоже самое, ребят, там люди. Да, там просто люди, там тоже какой-то зал. Да. Ну, пойдем, ладно, пошли дальше. Так, тут, ребят, честно говоря, столько помещений. Ну да. Детки бегают. Обратите внимание, санузлы, понятно, что для женщин, мужчин и все носят для людей с ограниченными возможностями, то есть есть. А всегда возле бассейна будет туалет. Да, вот еще, я так понимаю, один такой комната отдыха. Ой, оттуда так не хочется беспокоить человека. Ну, пойдем. Осторожно. А, это чаек, кофеек попить? Да, здесь можно, смотрите, то есть это все у вас, естественно, включено, это не платно, а есть... Пришли, посидели, попили, да, кофе. Поели. Нас, наши дети всегда бегали в лизинг-центр. Ой, в Палм-Харборе каждый раз после кофе, школы автобус есть. Приходил, они бежали, шоколад наливали себе. Да, то есть здесь, в принципе, шли. Берете и вот так вот делаете, и можете там латте, горячий шоколад, все это у вас. Ну, на выбор, да, кто что пьет. Все это входит в вашу, естественно, оплату, здесь вы ни за что не платите. Да, это бесплатно. Чай просто попить, добавить себе... Видите, всяких там этих, почитать книжку, посидеть, ну, так красиво зона, да? Сел человек, пьет кофеек и читает что-то. Ребята, ради вас мы даже, видите, вносим дискомфорт в спокойную жизнь местного населения. А вон там, смотрите, большой барный. Смотри, какой итальянский дворик. Итальянский дворик. Ой, какие милые, с твоими лампочками точно. Вот видишь, как они ужасно смотрятся? Они может, шикарно. Ты расхочешь наконец, а? Для ночи. Пойдем. Пойдем посмотрим. Днем это ужасно смотрится. Показано. Так, пойдем. Бар, бар. Смотрите, какой все бассейн. В любом комьюнити или бухальная доме. Бухальная комната. Это как бы бар. Ну, кстати, он, видимо, тоже работает только вечером. Я думаю, да. Ну, какой смысл тут? С утра. Ну, кому тут наливать? Да. А, кстати, а зря. Они же не знают, да, что ну, некоторые... мы же пока тут не живем, подожди. Да, поэтому они пока работают только вечером. Да. А видите, вон всякие мешочки кидают там. И, кстати, отдельно тут же стоит умывальник и отдельно санузлы. Понятно. Да, да. Вон они водичку можно попить. Так, а это что? Ресторанчик или спортзальчик? Что это? Просто не... Так, пап, давай домик тоже это, посмотрим, да, фиг с ним, ну, с этим спортзальчиком. Ну, мы показываем, что прилагается. Ну, закрыто, дом, тут да. Только по карточкам вход. Вот видите, отдельно санузлы здесь. Здесь, кстати, вот там спортзал, а это, вот, обратите внимание, это и бальный зал здесь есть. Понимаете? Реально. Да, это, видите, для активного фитнеса и бальных танцев, например. Вы понимаете, что? Что вы можете получить? Короче, за... HOA тут будет ого-го. Ну почему? Мы уже знаем, сколько HOA. Я тебе скажу, не ты... ого-го. Да? Да, мы пока тебе сохраним сказать? Эту интригу до конца давай, ролика. Давай. Для тех, кому надо. Обычно, если не написано HOA, то но будет поверьте, точно ге-ге. Поверьте, это как бы не... Водичку попить. Ну мы у них водичку взяли, пьем их водичку. Вот туда засними. Они так готовы? Здесь же, конечно, бар. Они удивляют видавших виды. Слушай, ну круто. Круто очень. Огромная воздушная, ребята. Посмотрите. Слушай, посмотрите. А домики-то есть в наличии? Look at this. Есть, есть. А я... почему они все еще есть в наличии? Странно. А, вот это вопрос вопросов. Я так понимаю, что не так? Они достраивают. И можно посмотреть. Порядка. Вон там еще спортзал большой есть. Но мы туда уже проходили. Вон через... И где я вам показывал, где есть все прочее и бальные танцы. Вот дальше, короче говоря, будет вам. Я так понимаю, что комьюнити не новое, но оно получило вторую очередь. Так бывает, что комьюнити одно построилось. Вот у нас первая очередь, Артём, потом вторая. Да, живут как раз вместе, когда мы у них были. Есть новая часть, есть старая, да, часть. То есть у них есть часть, где как бы новая и где старая. Так, и нам нужно... Он подать. Сказал через кросс чего-то. Это как вот это так, туда, что ли, прям? Да, ну вот надо кросс, только давай вот так обойдем. Вот давай, так, конечно. Ого, какой красавчик. Папа сейчас тут будет кипятком писить. Да нафиг этот дом, просто купим их 7. Да. Так, ладно. Вот он, вон там вот бальный зал, а вот там вот сам большой спортзал. И бальный зал, и спортзал. И все, и спорт обыкновенный зал, да. На такой жаришке, ох, друзья. В теннис-то поиграть. Ну, в теннис вечерком, и когда будет попрохладно. Сейчас девушка шла с двумя детьми, мне аж плохо стало, когда я их увидела. Но обрати внимание, здесь все есть, посмотри. То он маленький? А это он маленький. Слушай, что... вот размер меня вот вообще меньше всего интересует.
Размер мне... не имеет значения? Не, абсолютно. Мне главное количество комнат. Главное нарезать кладушек таких. Кладу, да. Нарезать комнатки. Но большие или маленькие, мне лучше поменьше. Вот такой вход незатейливый, как вы видите. Но... посмотри, какие фонарики интересные. Смотри, какие. Да что ж, фонарики, лампочки. Заходи давай. На две машины. На две, и тут одна войдет. А как так? Тут одна, кстати, а там две. Кстати, посмотрели мы, школы хорошие. Школа? Есть да, народ? Да, прохладно. О, боже, да. Нереально жара, друзья. Так, ну что, давайте с самого начала. О, давно не видел такие двери. Так. О, первая комнатка. Да. Прямо сразу. Маленькая, пахнет сыростью. Но он сказал, маленький домик. Малюсенький. Ну, все сделано шкафчик. Крайне просто, без затей, то есть таких, как мы вам показывали. Видите, здесь уже нету, все очень-очень простенько. Ну, это не значит, что вы не можете поставить здесь второй уровень потолка и прочее. Наверное, я думаю, что что-то тут придумать можно, но как бы пока имеем то, что имеем. Так, пошли дальше. Комнатка, комнатка маленькая, с маленьким клозетиком, то есть такая Левина комнатка. Ну, он сейчас да. Вот такой примерно и комнатка номер один. Так, это получается полная ванна. Ну, а ванна, здесь, сразу хочу сказать, что здесь три полных ванны. Так полные они написаны, ванны, да. Да. То есть они будут все... Это, я так понимаю, флексу. Это комнатка еще одна. Да, это четвертая, да? Ну, это флексу, получается, да. Это... Она называется 4 bedroom или 3? 4 bedroom. 4 называется. Да, поэтому она как бы... Ну, что, комнатка, да комнатка у нас малышей точно такая же сейчас, ничуть не больше. И у Лёвы, кстати, ничуть не больше. Ну, примерно, да. У нас как бы все вот такое... мне вообще не важно, чтобы комнаты были большие. Меньше хлама в них будет и меньше уборки. А это что было? Полы хорошие. Ой, да, кондиционер. Полы шикарные. Хорошие. Шикарные. Полы, обыкновенная плитка, но она... Слушайте, просто... хорошая прихожка такая. Вот, смотрите. Вот здесь еще можно как было целую комнату делать. Прихожку можно было закончить здесь. Ну да. Ну а где же твоя милочка-то будет лежать? Ну да. Так, ну что, дальше идем. Вот это две, что, да? Подожди, я вот эти белые стены, белые двери, вечно я пропускаю какую-нибудь давай дверь. Давай сюда, да, направо сворачиваем. Так, давай посворачиваем. Там было, помните, две комнатки, ну так. Так, это выход в гараж и маленькая... Лаундри. Лаундри, но в принципе никто не мешает. А мне больше поставить не надо. Здесь ящики, их можно Салют. Просто... Мне вот больше даже дальше, даже не надо. Гараж на две машины. На две, да. Ну и там встают две, да? Две, а две. Две точно. Так, сюда ну что, заходим. Мило. Сюда заходим. Так. Опять маленькая комната, в принципе. Комнатка еще ну, одна. Ну, здесь такой огромный комод, честно говоря, что если его вытащить, можно легко вытащить все, что угодно. Да? Ну, здесь уже расставляешь, как тебе ну, надо. Ну, просто комод здесь, посмотри, какой огромный, зачем он такой? Ну, и это же не будет комод. И опять, внимание, полноценная... Внутри уже комната. Полноценная ванна. Есть... Внутри самой комнаты получается. Да, то есть получается, каждая комната имеет полноценную ванну и унитаз. Так, пойдемте, друзья, дальше. Так, мы... Это уже мы посмотрели три комнаты. Да, три. Три. Ну, соответственно, остается вот мастер-бедрум. Вот это гостиная, где-то, да. Смотрите. Да, есть, где-то есть, сейчас пойдем посмотрим. Давайте гостиную посмотрим, друзья. Ну, большая гостиная, большая. Она немножко темновата, конечно. А кухня, но, вот она. Видимо, сейчас еще свет такой. Слушай, мне прям нравится. Не знаю, как тебе. Тебе, видимо, не очень, да? Ну, ты любишь вот это, чтобы клетушки. Я люблю, чтобы было немного, я минималист, чтобы мне не надо. Чтобы всех прямо впихнуть, и все, каждый просто там, чтобы мог... Меньше свернувшись хлама. Свернувшись калачиком, уснуть просто в своей кладовке. Меньше хлама, меньше уборки. С одной остров стороны, да. Но есть. Очень-очень, на самом деле... Шкаф под консервы все есть. Все практично сделано. Вопрос да, все прямо абсолютно все, знаете, практично. Ужасно. Да. Не знаю, у меня большие дома немножко как-то так... Тяжеловато мне, когда дом большой, прям, когда в нем много. Ну, слушайте, нет, ну здесь все, все есть. Все есть. Так, пойдем в мастер-бедрум и потом так, уже на улицу ну, выйдем. Пойдем в мастер-бедрум, улица. Потолки слушай, есть. На улице территории больше, чем дом. Да, это странно, но факт. О, вот это я понимаю. Так, мастер-бедрум. Вот это, да, это уже. Коридор. Ладно, согласен, черт возьми, пускай здесь. Так, подожди, Вова, огромный этот волкинг. Для нее и для него тоже, да. Отдельная комната. Ну, в принципе, можно легко одну вот эту отдать под комнату кому-нибудь. Под комнату, да. Так, и вот она, мастер-бедрум, получается. Гостевую сделать. Ну, вот он почему говорит маленький домик. Что? Ну, он говорит маленький домик на просмотре. Слушай, ну, есть? Кстати, родительская спальня нормальная. Да, о, здесь две раковины, ванна. Ну, так это же мастер. Прямо тут уже другое. Это же хозяйская спальня. Здесь приятненько. Слушайте, ну, вот эти дверцы. У нас в первой квартире такие дверцы. Вот, здесь отдельный еще унитаз. Здесь можно закрыться и... И что мне нравится, здесь гардеробная не в туалете. Да, ну, вот отдельно стоящий унитаз под дверью.
То есть, да, если ты сидишь там, думаешь, что как бы... Даже план мастер бас есть. Да. А нет, это показано, что разные варианты могут быть. А, можно по-разному. Можно сбоку сделать дверь, видишь, можно... Душевая, крутая. Это как бы варианты такой, такой. Ну, все очень-очень просто, но как бы ничего лишнего. Лаконично, да, вот скажу, как бы минимум-минимум, вот прям под сдачу. Вот обычно такие мы арендуем. Ну, правда, вот потолок, смотри, какой сделан здесь. Не знаю, мне нравится, короче, ковролин получается в комнатах, а так не ковролин. Да, и в гостиной не ковролин. Плитка. Ну, это все, естественно, на ваш подбор. Ну, вот смотрите, это что, маленький домик? Это что, маленькая гостиная, маленькая кухня, что ли? А вот здесь телевизор должен быть, по идее, да? А, видимо, да. Да, тут и зеркало появится. Да, вот смотрите, большая кухня, остров, раз, седальные места, да. И вот еще и стол, посмотрите, какая столовая зона. Короче, огромная. Чтобы засрать и там, и здесь. Это вот это, знаете, что мне больше всего... У нас обычно вот тут, вот так потому вот едят. Потому что как только здесь все засрется, сразу же вот все сюда переходят. Обычно вот за таким столом никто не сидит. Простите за выражение, это делать. Так, ну что, пойдемте в самую главную зону. Вот это мне больше всего, что мне здесь реально нравится. А мне здесь все пока нравится, прям вообще. Это реально... Сколько дом стоит? Давай, колись. Подожди, сейчас я все покажу. Откройте, где мы замуровали. Ну что, наверное, нельзя открыть, чтобы ты в бассейне не купался. Да нет, не может. Но не если что, друзья, все видно. Вон там из спальни видно, там, видимо, гриль, я не знаю, вот здесь, наверное, гриль, идут розетки всякие под гриль. Вот дверь, видите, на выход, на улочку, Милочку погулять. Вон, видите, какой бэк-ярд. Может, не надо? Надо, Федя, надо. Пойдем. Вам... Такой первый раз вижу, потому что там замыкающиеся. Слушайте, ну круто, еще и бассейн. Отличный бассейн. И выход вон там есть, да? Выход вот есть, смотрите. Травку косят. Слушай, бассейн-то не маленький. Бассейн вообще не маленький. Вот прям вообще. Джакузи? Да, вообще не маленький. Это только лишняя нервотрепка и ну, это, наверное, затраты. Тоже можно на выбор. Ну, хотя она простая. Ну, какая разница, она не нужна вообще. Нужен только бассейн. Зачем она? Ну, почему? Вот, ну, хотя можно посидеть вот на таких нету. Ступенечках. А когда, если бы они были совсем маленькие, так они бы, извини, боишься, что они оттуда рюхнутся в большой бассейн. Так они и будут прыгать оттуда сверху. Короче, это же знаю, для них как стоечка, чтобы прыгать. Массажка есть, типа, но что там массажировать? Вот нырнул. Слушай, и мне прям вообще нравится Вовик. Мне нравится, что он небольшой. Он очень простой. Он очень, вот очень это простой. Мне вот нравится. Здесь можно еще постановочный столик поставить. Здесь гриль стоит. Какой столик? Гриль вон там. Вон под ним розетка даже выведена. Видишь? А, может быть, да. Да, это розетки выведены все вот здесь. Места дофига. Представляете, вот еще получается один стол. То есть вы можете и дома покушать, и здесь покушать. Да, когда прохладно, когда не жарко. И самое главное, что все с креном накрыто. И вообще голова да. Родная, к вам никакие часть гаражи. Часть от дождя. Под крышей и большая вас... часть под скрином. Еще, знаете, еще траву косят так вкусно, свежо. Обалденно, пахнет, да. Обожаю. Ну, все любят запах свежей сушеной травы, мне кажется. Угу. Еще прям чувство, как будто мы в деревню приехали. Классно, если еще сделать все в своих любимых цветах. Люстры угу. Тоже не панацея их. Нет, этого бы, всего, конечно же, не будет. Будет, да. Да. Поэтому пол будет и белые стены, как всегда. И унитазы. Так, подождите, я хотела еще посмотреть. А, я его издалека видела уже. Шкафчик под ураганные консервы. И все тебе, вот тебе и все посудомойка, да, все, сразу да. Поставил. О, хорошая плитка. Тем более не забывай, дети. Смотри, не раз, вечно. Два, три, на вот когда нужно прям три. Потому что когда вот это сломалось, эту засрали, а здесь еще можно что-то пожарить. Нормально. А что у нас одновременно Лена свое жарит, здесь и Лиза жарит что-то, и еще нужна конфорка. Угу. Реально, ребят. Большая семья, это просто капец. Ну ладно, дети не вечно будут с нами. Горшков нужно много, плиты нужно много. У нас два сейчас санузла, да это капец, ребят. У нас все в очереди друг с другом стоят. Как мы раньше жили в этой саде, я даже не представить себе не могу. Ой. Так, ну что? Ничего, ты открыла дверку. Ну что, ребята, показываем? Момент истины, давай, да, показывай. Мы, на самом деле, большой даже смотреть не будем, мы посмотрели. Значит, смотрите. Вот этот дом весь, он... 2000 скверфит, и у него HOA за все вот эти ваши, как бы, то, что все есть, вы платите 370... Инфраструктура, да, вся. $379. Каждый месяц. Каждый месяц. Есть еще у них CDD, это 1100 за год, 1100, и $5000 это таксы, которые будут вам включены в счет. То есть $5000 таксов в год.
А, в год. В год. Ага. Да, чтобы было понятно, это в год. Угу. Ну, немало, прямо-таки скажем. Да. Так откровенно говоря, но... И вот такой дом стоит 457 тысяч долларов. Вот прям такой дом, вот то, что вы видите, 457 тысяч. Угу. То есть, в принципе, и это вот я сейчас все платежи сделал. А что-нибудь экстра или вот все, ничего, это все? Больше прям... ничего нету. Я спросил, угу. То есть, если какие-то, я не знаю, там, фи, может быть, еще там такие. Ну, хотя я его спросил, говорю, это вот сейчас все, мы с ним прям сделали. Он говорит, да, даже монолог, вот он сказал, 5 тысяч долларов в год. Угу. Слушайте, ну круто, домик небольшой. Нету второго этажа, нету лестницы, никто оттуда не шандарахнется. Всем комнатки хватает. По-моему, классно. Короче говоря, получается... Школы хорошие. Школы, другие, не наши. Школы нормальные, да. Школы другие, школы Форт Майерс, но, в принципе, они не в 20 милях, они в 7-8 милях, я посмотрел. А, ну, шестерки, семерки, ну, не критично, то есть, как бы, школы есть. Поэтому все вот три, кому да? оно надо, ребят, вот вам... название, гуглить, ну, мне кажется, знаете, люди говорят, дайте ссылку, ребят, но если мы даем название, вы вот так вводите, пишете Fort Myers, и он выдает. Ну, мы ни в коем случае не занимаемся здесь продажами и рекламой, мы пишем под себя, но нам вот этот вариант в принципе понравился. То есть такой дом, знаете, не предел мечтаний, безусловно, по сравнению с тем, что мы вам показывали суперхоромы, здесь, конечно, нет, но... Мне кажется, а что еще надо? То есть все такое. Ну вот абсолютно верно. А что еще да, надо? Да, по-простецки, но в принципе гараж на две машины, два парковочных места еще дополнительно. Есть шикарный бассейн, гриль-зона, вот вам как бы первый этаж. Можно из дома-то не выходить, свой бассейн есть, а если вышел, тут столько развлечений вокруг. Да, захотел макраме туда вот там или там по чего-нибудь полепить. Казиношку. Казино поиграть, тоже с друзьями сел, блэкджек, партийку перекинуться. Побухать туда. Да, где, правда, крупье брать непонятно. Ну ладно, они, скорее всего, вечером все выходят. И бармен, и крупье тебе. Все выходят на работу. В общем, ребята, не, ну барчик есть, слушайте, да, действительно, с территории можно не убираться. Вот так, по-честному говоря, да. На территории есть все, теннисные корты есть и все. Ну, у нас вот теннисный корт есть, знаете, иногда люди приезжают играть из других комьюнити к нам, из нашего комьюнити ни одного не видел, кто бы играл. У нас даже ракеток нет, хотя мы когда видели, о, теннисный корт, здорово! И вечно пустой, там никого нет. Кому? То есть, вон, посмотрите. Жарко, друзья, жарко. Не, ну не надо, на самом деле играть. Нет, конечно, для кого-то принципиально. Вот. А так, по большому счету, все есть, обратите внимание, всякие сигнализации, вышел, зашел, это, ну, ставить на сигнализацию. Это все да. будет, да. Даже вот этот дверь. Управление контролем, да, все есть. То есть, все, конечно, такое прям простенько-простенько, а что еще надо? Слушай, ну в дорогущих домах точно такое же все простенькое. Ну просто деревянная полочка будет стоить 4 раза дороже, нежели металлическая, да, правильно? Да, да. Так, ну что, ребят, мне кажется, дом зачетный. Вот это пока первый приемлемый, первый приемлемый реальный вариант. Вот на мой взгляд, да? Согласись? Да, да, так, согласна абсолютно. Вот он гараж. Сюда две машины можно впихнуть. Ну, а, да. Так друг за другом еще можно ставить машины. Ну, друг за место-то. Другом, я думаю, что раз, нет. Два, войдет, Вов, до войдет, дорожки нет. войдет. Ну, посмотри, да, войдет 100%. Дорожку под, нельзя. Под запретом, да, чтобы вы не перегораждали а дорожку. А ты до дорожки точно две поставишь, не Вов. Веду, что вот такие подглядеть там, бы еще. Отсюда видят и кажется, что, ой, да тут можно впихнуть. Нет, ребят, если у вас на дорожке будет торчать задница ну, машина, вам сделают замечание. Это сразу. Правда, да, но сюда в две входят, а хочешь, Вов. Пойдем еще посмотрим маленький? Еще один? Он ну, сказал один. Не, ну там маленький есть. Мы ну, один four bedrooms. Есть еще большой. Все, большой поняла. Сразу говорю, есть здесь больше не, дома. Не, будем смотреть, но не интересно. Но стоит он 700 тысяч долларов, нам оно не интересно. Там будет это самое, наши. Только очень большая площадь. Да, он 2900 скверфитов. Там будет те же выключатели, там будут те же двери, да, там будет тот же побольше, пол. Побольше, будет все, бы. Да потолки повыше не будут, Вов. Так, а вот будет это вот... то же самое, только больше скверфитов. Ну, не знаю, показать людям интересно. Пошли, конечно, посмотрим. Ого, какая дверь. Дверь такая, да. Это сколько бедрум, что-то я не посмотрю. А там народ поди живет. Да ладно. Нет? Нет, нет, их коврик нет. А, закрыто, да? Она, наверное, да. Они, скорее всего, они уже все распроданы, поэтому он сказал, что тот смотрит. Поэтому он сказал, что один можно посмотреть. Да. Напишите, пожалуйста, кому будет... Сюда говори, тебя не слышно. Напишите, пожалуйста, кому будет интересно, интересно ли будет, если мы поедем смотреть участки под стройку и покажем, какие дома... Там строятся, мы хотим в Кейп Коралл сами еще поехать, но мы вам либо заснимем, либо просто сами поедем.
Так, пошли, да, уже в машину, наверное. Вот так можем, Лена, обойти, чтобы кругаля не давать. Давай, давай, давай. Вот, ребят, опционно вы можете, на самом деле, сделать себе более красивый дизайн, потому что можно заказать, это уже чтобы живут. Отделка камушком, да, видите, эркер сделан таким, как кирпичиком псевдо. Ну и, в принципе, мило, просто так, расцветка, да? Такая поинтереснее. И вон там сзади скрин у него с бассейном, да, наверное. Да, да, может, да. И без... С видом вот, на те джунгли. Посмотрите, какие развязки сделаны тоже. Вот мне, конечно, нравится, что весь комплекс, хотя это не элит, то, что мы с вами смотрим, это вообще не элит ни разу. Да. То есть такое, ну, средний, в принципе, может, чуть выше среднего. Но, тем не менее, смотрите, какие дороги, развязки. Везде знаки стоят, указатели, плиткой вымощена. Дороги шикарные, просто супер, конечно. Как вот организована инфраструктура, просто шикардос.